Здравия, друзья! Недавно мы издали новую книгу Ольги Баяновой «Люди и духи», а сегодня я показываю вам вторую книгу, неотъемлемую от этой первой книги, книга «Толковник» нового гадания, новой колоды, которая называется «Резы духов». И книга «Толковник» по уже сложившейся традиции называется «Что знают духи?». Это прекрасная колода, которая идет в паре со славянскими резами рода и нацелена на то, чтобы повысить нашу проницательность в такой важной части жизни, как отношения. Беседы домой идти, пора с беседы домой идти. А мне молодой не хочется, а мне молодой не хочется. Дома сядет старобабушка, дома сядет старобабушка. Это ж наша родная матушка, это ж наша родная матушка. С горя замуж выдала, с горя замуж выдала. За несчастную горькую пьяницу, за несчастную горькую пьяницу. У кабака идет румяница, у кабака идет румяница. С кабака идет валяйца, с кабака идет валяйца. Пусть все у тебя, мой потворник, в этой жизни будет ладно и складно. Пусть у тех, кому ты гадаешь резами духов, открываются глаза и на себя, и на других людей, на благо, говорит Ольга Баянова. И я думаю, что многие-многие с радостью последуют за ней в этот удивительный мир, который открывается нам благодаря новой колоде «Резы духов» на благо.